Лидеры ученического самоуправления подводят итоги смены. Во Всероссийском детском центре «Смена» участники образовательной смены «Следуй за мной» подвели итоги работы. Участниками образовательной смены стали 100 активистов и лидеров органов ученического самоуправления общеобразовательных организаций в возрасте 13-17 лет из 12 регионов России. Сегодня мы подвели итоги этой смены. За эти 2 недели мы сделали множество работ, множество проектов было реализовано. За это время мы научились работать в команде, сплотились. И, если честно, мне очень бы хотелось это повторить. Мальчишки и девчонки обсудили в командах итоги проделанной работы. Они отметили плюсы и достижения и поделились своими впечатлениями. Организаторы подчеркнули успехи сменовцев, которые активисты достигли за 2 недели. Свои идеи сменовцы будут реализовывать в регионах. Я много чего узнала благодаря этой программе. Я хочу приехать к себе обратно в Ставропольский край и реализовать снова вживую это все. Сменовцы встретились с заместителем председателя РСМ Татьяной Пуговкиной. На встрече мальчишки и девчонки задали интересные вопросы о Российском союзе молодежи. По словам Татьяны Пуговкиной, вступив в эту молодежную организацию, дети становятся частью большой дружной семьи. У нас очень большая история сотрудничества с ВДЦ «Смена». Я уже не помню, в каком году первый раз, в 90, наверное, каком-то году была впервые проведена здесь смена Российского союза молодежи. Это уже хорошая, добрая традиция. Я считаю, что смена обладает очень крутой, мощной инфраструктурой, которая позволяет учиться, отдыхать, заниматься спортом, оздоравливаться, общаться с новыми людьми. Татьяна Пуговкина и вправду очень интересный человек. Это было понятно с первых ее слов, как она начала эту конференцию, если можно так выразиться. Мы задали много интересных вопросов, на которые она дала очень интересный и развернутый ответ. Всероссийская смена для лидеров ученического самоуправления «Следуй за мной» организована Российским союзом молодежи. Главная цель образовательной программы – обучение и профессиональная поддержка школьных лидеров. В течение 2 недель участники посетили мастер-классы, практические и теоретические занятия от специалистов и экспертов программы. Смена была незабываемой, эти 2 недели пролетели очень быстро, и вот столько событий, столько мероприятий, вот все было настолько сумбурно, но все, каждый момент останется в памяти, каждая вообще минуточка, секундочка навсегда будет в памяти. Удивительно незабываемые моменты.